Не хочешь что Чонгохуа? Бля. Россия! Россия! Ну что ты сделаешь теперь, блядь? Ах ты пидорас, блядь! Откуда приехал? Что? Так, ребят, очень важная информация. Давай, Андрей. Выпуск, значит, хороший, с Гариком Агадисян, забавный. Но со звуком, конечно, обязательно надо сделать что-то. Ибо один рекордер уши насилует конкретно, когда вы сидите по кругу от него. Значит так, ребят, смотрите. У нас много таких отзывов по качеству звука, по картинке или еще что-то. И мы решили, приняли решение, то что если вы хотите поддержать наш проект, снизу в описании будет номер карты Сбера, куда вы можете перевести какой-то донат. Любую там 100 рублей, 200 рублей, 5000 долларов, любые деньги. И вы поддержите наш проект. А у нас... И реабилитацию Андрея от смеха. Да. У нас много планов на будущее. Если вы нас поддержите, мы будем благодарны. Самые крупные донаты мы будем отмечать в роликах. Вот. Поэтому, ребята, самое время поддержать наш проект. И обязательно, когда переводите деньги, пишите пометку «Абу Шоу». Вот. Или подкат, если хотите. Неважно. Главное, чтобы была пометка, чтобы мы понимали, что эти деньги именно в поддержку нашего проекта. Это все пойдет в дело, потому что люди приходят в зал и поддерживают нас с помощью ведра. А вы можете вот таким образом тоже поучаствовать в развитии вашего любимого канала. Да. Мы до последнего пытались это не делать, но у нас заканчиваются деньги. А амбиций слишком много. Вот, поэтому приятного просмотра. Все, подпишись, бля. Давай. Видел вот это? Все это нормально? Все. Я ему хуй свою показал. Ладно, короче, спасибо, что пришли. Поаплодируйте себе. Вы поддерживаете нас. Это кто-то пришел сегодня, кто-то, блядь, путешественник у нас в зале. Кто-то положил сейчас такой, это мои деньги. Нет, вот эти. Кто положил вот эту кипу денег? Это вы. Тут-то... Это ты его попросил или что-то так? А, дорогие, тут просто деньги из Монголии, да? Что мне, блядь, с ними делать? Просто, типа, съездить в Монголию? А это много тебе? Это вот это 20 тысяч? Или что, это много? Опа! Еду в следующем году в Монголию. Я... $1, спасибо. Это не твой счастливый? У тебя бизнес не прогорит теперь, нет? Это... Хорошо, что тут еще? А все остальные тоже из Монголии? Тут где-то из Индонезии, да, или мне кажется? Китай, Гонконг. А там, где на азиатском и на арабском, это откуда? Какая именно? А тут, блядь, уже не помню, что положил сюда. Какая ты... Вот это вот, по-моему. Тут и на арабском, и азиатском. Это что? Это китайское? А почему здесь арабский есть? В смысле, блядь, вот это? Это же арабский? Похоже. Ну, очень похож. Это идеал. А ты путешественник? Откуда у тебя столько разных монеток? Шесть лет жил в Китае? О, хорошо, что ты пришел сегодня. Ты нам расскажешь, как там жить в Китае. Но спасибо тебе за эти. Я обклею себе холодильник. Я буду смотреть такой, ебать он путешественник. Это какой молодец. И поеду на Парнас. Ладно, это... Давай, поскольку ты жил 6 лет в Китае, это интересно, давайте вот поговорим с парнем. Как тебя зовут? Никита. Поаплодируем Никите. Так, ты 6... Когда ты вернулся из Китая? В феврале 2019-го. Что случилось? Почему тебе пришлось вернуться? Из-за документов. Из-за документов? Китайцы спалили, что ты не китаец, да? Да. Они такие, кто это такой, блядь? Почему он видит лучше нас? Ладно, это... Чем занимался в Китае? 6 лет. Сначала поехал учиться, потом работал, потом бизнес. Говоришь по-китайски? Да. Давай, ебашь. Не хочешь в Чонгохуа? Бля. Не шишая. Не шишая знаю это слово. Это... А что ты сказал сейчас? Ты умеешь говорить по-китайски? Ну, ты конечно, кто? Я похож говорить по-китайски, да? Кто? Ладно, а чем ты там занимался? Ты выучил язык, это очень, кстати, круто, азиатский язык, это очень круто. А чем ты там занимался, когда выучил язык? Первая работа была в клубе в ночном. В ночном клубе китайском? Да. Ты чисто что там, афиш толкал? Что ты делал там? PR-менеджер. PR-менеджер? Да. Китайского клуба ночного? Да. Как он назывался? Скажи на китайском.
Element. О, бля, это китайский? Хорошо. И там как китайцы тусуются? Большой клуб? Да, очень большой. И что, китайцы тусуются как русские или нет? Нет, вообще по-другому. Расскажи какую-нибудь вечеринку, как они проходили. Кто-нибудь был еще в Китае? Ты не хочешь об этом вспоминать, правильно понимаю? Ты прям по аплодисментам такой, зачем ты мне это напоминаешь? Ну давай, как проходили вечеринки в Китае? Ну там обычно огромный стол, покупается просто немерено бухла. Это стоит все 500 тысяч рублей в переводе на рубли. Это чисто застолье большое? Да, чисто... с так. алкоголя. Туда приглашаются наши русские девочки, модели, им платят бабки, мальчикам тоже и так далее и тому подобное. Не понял, блядь, там всем платят бабки, чисто? Приходите в клуб, сегодня зарплату выдают, или что? А? Все в клуб пришли, похавали, блядь, вот вам 2000 рублей, спасибо. Один диджей, блядь, мне заплатят или что? И сколько платят? И там русские девочки, русские парни, все? И всем, и русским парням платят? Ну, это обычно, если женский стол, а-ля женщинам, когда за 40, да, они себе мальчиков. Стой, ты в борделе работал, что ли? Нет. Элемент, это, блядь, бледюжник какой-то, или что это? Ты пиар-менеджер чего был такой, типа? Мы занимались тем, что приглашали иностранцев к нам в клуб. Иностранцев? Да, и давали им бесплатный алкоголь на всю ночь. Там с 10 до... Бля, охуенный клуб, нет такого чисто? Хавку дают, тёлки там тусуются, чисто пришел, тебе зарплату дали вообще, да? Клуб прогорел, я правильно понимаю? Нет. Они еще работают? Конечно. Они такие, блядь, мы что-то делаем не так, выручки нету, мы что-то, может быть, начнем продавать еду, блядь, нет? А? И чем планируешь сейчас заниматься здесь? Я полгода искал работу, сейчас устроился в Duty Free. В Duty Free устроился? Да. Ты чисто поближе к китайцам не можешь уйти, да, никак? А какую работу искал до этого? Duty Free, ты чисто в магаз пошел, правильно понимаю? Ты обстоишь? Я искал что-нибудь с китайским и английским языком. И что, ничего нету? Почему ты не устроился в эту хуйню с зонтиком? Хей, ти-ти-дау, пи-ти-дау, я не чисто за тобой. Выходишь на улицу, просто поднимаешь, и духой китайцев выстраиваются там. Мне кажется, нет такого ощущения, что эти группы, они сами формируются, чисто. Любой может выйти, пи-ти-дау, пи-ти-дау, бля. И они минут 40 за тобой будут идти, просто так, чисто. Просто идешь с ними в купчины и воруешь их бабки, бля, просто так. В метро спускаешься, куда мы едем, бля? Сейчас я вам покажу, бля. Ладно, ну, слушай, а есть у тебя какая-то, вот сейчас мечта, ты работаешь в Duty Free, какая у тебя мечта? Ты к этому шел? Ну, у меня есть цель, я хочу устроиться в Emirates и... Emirates? Да. И... Кто-то уже пытался, да? Чисто такой, попробуй, блядь. И хочешь улетать, говорить там на китайском? Сначала, да, в кабин крю, а потом на пилота. Кабин крю? Кабин крю, а потом на пилота хочу пойти. Кабин крю — это типа... Это бортпроводник, да. Бортпроводник, все. Хорошо, ладно. Ну, ладно. Это у тебя мечта. Хочешь стать бортпроводником? Пилотом. Пилотом хочешь, да, стать? А ты учился на пилота? Нет. И хочешь в Emirates пилотом, блядь? Сначала. Они такие, сначала... чем вы занимались? Я в Duty Free торговал бухлом. Они такие, можете садиться, блядь. Блядь, получилось, блядь. Рейс 869 разбился, поскольку человек, который сидел за рулем, блядь, спрашивал, как открыть текилу, блядь, и все. У нас срочный случай, блядь, где текила здесь, я? А как ты на пилота, может, сначала тучишься, или как? Нет, сначала хочу набор проводника, а потом просто... А потом, блядь, дождаться, пока дверь не закроют, и забежать просто. Чисто такой, вот мой шанс, блядь. Пилота, хуяк, блядь. Полетели. Ну, просто у нас учиться 5 лет, а в Emirates, скорее всего... Два дня, блядь, да, чисто? Чисто садишься, давай полетели, блядь. А в Emirates сколько учиться? Там от 4 до 6 месяцев. Ебать. И ты можешь летать потом? Да. Чисто как на тачку сдал права, блядь, категорию у тебя. В правах чисто еще самолетик нарисован. Теперь что-то Emirates не такая пиздатая компания, да? 4 месяца в натуре, чел такой. Как это за 4 месяца можно научиться самолетом, блядь, управлять? Ну, там сначала идет... ты учишься на private pilot, и потом ты уже учишься... Блядь, мне так нравится, как ты private pilot, блядь. По-русски говоришь, сначала ты как бы нихуя не делаешь, потом private pilot, это частные пилоты, да, или что? Так, ты учишься так? Да, потом идет на гражданская авиация, и ты уже, собственно, учишься на конкретный самолет. За 4 месяца это все?
Но сначала, да, на первая вот категория, потом ты уже приходишь на остальную. То есть, бля, я больше никогда не полечу Emirates, блядь. Это вообще антиреклама, блядь. Победа уже не такая хуевая компания, да? Кстати, я 20 числа иду на Победу. Да иди нахуй, блядь, мы туда тоже, блядь. Это уже перебор, блядь. Еще и в Победу, блядь, сядем. Бля, стрёмно будет, если кто-то из нас как-нибудь полетит, и чисто такой, я капитан корабля. Ти-ти-тау, блядь. И ты такой, ёбаный в рот. Отпустите меня, блядь. Он такой, успокойся, успокойся. Дайте ему хавку, как в Китае, блядь, и все. Там застолье большое. Ладно, давай какой-нибудь вопрос от тебя один. Собираешься ли ты в Китай? Блин, я бы слетал в Китай. Ты мне сейчас рассказал, но другой какой-нибудь авиакомпании, не с тобой. Я бы... Не, на самом деле, я... Ну, нет такого, что я... Ну, кто не любит китайцев? Поаплодируйте. Я не такой, как вы. Я, типа, я бы сгонял. Мне интересна их культура, вот эта вся кавка. Единственное, конечно, бля, вы видели, как они хавают? Бля, ты видел, как они хавают за столом? Это же пиздец полный. Просто если... Ты еще в Китае не был. А там они везде хавают, да? Я правильно понимаю? Просто. Они вообще... Я просто... Обратите внимание, у меня рядом с домом был китайский ресторан, и там накрывали для автобусных групп. И я иногда в окно чисто смотрел, как они хавают. Ну, чисто я такой, дайте похавать, блядь. И у них, короче, столы все накрыты пластиком каким-то. Вот они хавают, и после них просто вот так этот пластик сворачивают и все выкидывают, блядь. Все, все приборы, блядь, все. Потому что там невозможно жрать после них. Они, ну, согласен, они же вообще лютые. Они прям такие, блядь, еда вообще летит везде, блядь, просто. Они когда хавают, хавают еще люди за соседним столом, блядь, просто. Можно, в принципе, если в ресторане увидеть китайцев, просто рядом сесть и иногда... И все. Они такие, блядь. Эти все китайцы, индусы, пиздато едят. Они чисто... У них нет такого понятия «доедай», блядь. Они типа «раскидывай нахуй везде». Не хочешь есть, съебашь вот туда, блядь, вот туда. Хочу в Китай. Я бы сгонял в Китай. Прикольно. Может, тебя погоним в Китай? Он через 3 месяца нас сможет отвезти, блядь. Чисто самолет, все садимся. Здорово, спасибо. По знакомству, блядь. Полетели. Только нормально. Да я 4 месяца учился, все в порядке. Чисто взял и назад сдал. Ебаный в рот, блядь. Ладно, спасибо тебе большое, поаплодируем. Спасибо, поаплодируем, давай. Так, ты первый раз? Давай. Ой, ебать, ты выдохнул. Фу, блин. Да, давай, соберись, все нормально. Придется сейчас рассказывать про свою жизнь, блядь. Это так сложно. Как тебя зовут? Тимур. Тимур, расслабься, Тимур. Поаплодируйте, привет. Тимуру, все, ты расслаблен. А ты всегда, когда расслаблен, перед этим делаешь, блядь, сейчас. Я расслабился сейчас. Блядь. Так, ты откуда? Из Уфы. Из Уфы. О, Уфа, поаплодируем, Уфа. Давно ты приехал отдохнуть? Ну, я приехал давно уже, как бы, из Уфы. Давно? Когда приехал? 6 лет назад. 6 лет. Ты съебал, он приехал, да? Правильно, блядь? Он вернулся, съебывай. Не, ну, в Уфе, в принципе, тоже много складывалось. Чем занимаешься здесь? Администратор в интернет-магазине. Что за интернет-магазин? Магазин телефонов. Что? Как называется? iPhone-град. Кто-то брал там телефон? Вы еще на плаву, я правильно понимаю, да? Нет, мы уже давно работаем. Давно работаете, хорошо. Мы в основном по интернет-заказам только. Так вы интернет-магазин, понятное дело, что... Ты сейчас подумал, что я вообще тупой, да? Я правильно понимаю? Я только что по-китайски говорил человеку. Ладно, а как тебе вообще Петербург? Да, мне очень нравится, на самом деле. Архитектура, люди и вообще, в принципе. Люди нравятся? Ну да. Все? В основном, кроме китайцев. Ты сейчас пытаешься подмазаться кому-то, да? Правильно понимаю? Почувствовал, что здесь есть расисты. Ладно, хорошо. Как свободное время проводишь? Слушай, у меня нет свободного времени почти. Вот. Ты работаешь в интернет-магазине, хватит меня обманывать. Нет, вот это первое свободное время. Это настоящий магазин, это просто. Это магазин, который у тебя в компьютере. Ебать, я, бля, продавец, бля. Какой я молодец, бля. У тебя нет этой жилетки, как в Пятерочке. Обратитесь ко мне за помощью, бля. Ты сидишь такой, бля, вот я продавец, а вот я на Порнохаб, блядь. Вот это. Чисто, вот в рабочее время можешь, в любое время можешь. А когда есть свободное время, что? Вот у меня первое свободное время за 2 недели. Я пришел сюда. И ты пришел сюда, хорошо. Оттопыривайся, блядь, ладно. У тебя кольца какие-то магические. Что это за перстень? Что это такое? Ну, череп? Молот Тора. Молот Тора? Да. Ну, можно? Молот Тора. Ну и что ты сделаешь теперь, блядь?
Смотрите. Смотри, Молоторова. Все, ебать, Молотором. Ебать, это телемагазин. И вы можете приобрести Молотора только сегодня по специальной цене. Ему очень удобно запугивать врагов. Если у вас во дворе живут вороны, их можно пугать, бля. А зачем? Что это? Ты, ну, любишь норвежские всякие... Ну, я, да, люблю все, что связано с Норвегией. Вальхалу собрался? Ну, да, билет в один конец. Так он, блядь, покупай. Он скоро вылетает. Ну, через полгода рейс специальный. Санкт-Петербург, Вальхала собирает. Emirates, пожалуйста, проходите. И дальше с таким человеком, как ты, бля, так мало свободного времени, быстрее. Полетели. Ладно, хорошо. С кем ты пришел? Это с тобой девушка? Да. Твоя девушка? Нет. Она в Вальхалу не собирается, блядь, да? А вы давно знакомы? Сегодня познакомились. О, где? Это у вас первое свидание? Можно и так сказать. А я сейчас задаю нужные вопросы. Что за хуйня у него на руке, я правильно понимаю? Ты все это время сидишь, что это, блядь? Он что, колдун, что ли, блядь? Я не понимаю. Ты уже чисто иконку достал, в руке держишь, да? Николай, что-то тоже, давай, помоги. Ладно, а где вы познакомились? В этом... Где? Тиндер. Тиндер, хорошо. И у вас первое свидание сегодня? Ну ты молодец, пиццу взял, пиво взял. Вот люди, а вы уже давно вместе, да? Ты чисто, блядь, бокал вина взял, блядь, все нахуй. Мы так и так поебемся, блядь. А ты такой, вот булочку попробуй, блядь. Вот и ветчина там есть, блядь. Ладно, хорошо. И вы вот, типа, встретились здесь прям, да? Ну, на восстание, типа, сюда пришли. Чисто прогулялись. Ну, как-то, ладно, хорошо. Это интересно. А... Нет, я не буду его подставлять. Она такая, спроси у него, как тебя зовут. Не надо, блядь, не надо. Ты помнишь? Как ее зовут? Вот нахуя ты это сделал? Я ж тебе помочь хотел. Я думал, ты сейчас скажешь, она такая, все, точно отсосу. Ну, блядь, не хочется. А ты не помнишь? Слушай, один вопрос. А как, стой, как его зовут? Тимур. Ну, а, блядь, он только что сказал. Сейчас было бы круто, если бы ты такая, Тор. Ой, ёпта. Это же не он, это его отец или кто-то там. Ладно, ну что, ты расстроен. Ну, вы знакомы совсем чуть-чуть. Не расстраивайся. Я много имен тоже не запоминаю. Вот меня как зовут? Ну ты вообще охуевший, да, блядь? Все должны... Абушова меня зовут, да, блядь? Так в паспорте и написано, блядь. Абушова, блядь. Нас всех так зовут, блядь. Это Костя оператор, блядь. Да, не надо нас называть так, как у тебя в телефонной книжке записано, блядь. Абушова, блядь. Как тебя зовут? Да, Бушоу там, или как тебя зовут? Ладно. Все, не расстраивайся. Я тоже не запоминаю имена, но это я мщу людям, потому что мое имя никто не запоминает. Так что давай, не расстраивайся. Смотри, он, блядь, магией занимается. У него свой магазин. Будете жить в ларьке, блядь. Ладно. А мечта какая у тебя? Ну, вообще мечта переехать жить на Сицилию. О, а что, а как же Норвегия? Ты такой, а, забыл, блядь. В Норвегию я просто хочу съездить. Что? В Норвегию я просто хочу съездить. А почему Сицилия? Нравится атмосфера. Бандосы, блядь, стрельба. Да. Героин там, блядь. Ну, это потом. Недорого. А вот и перекупы здесь, да, блядь? Чисто кто-то такой в заднем ряду, недорого там, все хорошо. Я вот сейчас как раз собираюсь туда ехать, блядь. Ладно. Хорошо, давай вопрос от тебя какой-нибудь один. Почему полосатая рубашка? Потому что я люблю матрасы. Это мой матрас. Серьезно, почему матрас? Просто... А что, хуёво, что ли? Это говорит мне человек с кольцом Тора на руке, бля, я правильно понимаю? Вот мы с тобой два долбоёба, видишь? Я люблю полосатые рубашки, ты волшебство. Кто больше долбоёб, сам думай. Ладно, а... Спасибо большое, спасибо, Тимур, не обижайся, спасибо. Поаплодируйте, ребятам. Ладно, а... Ко мне подошла наша девочка, которая часто бывает. Это иностранец, да? О, я такой чистый, в России добро. Это иностранец, блядь? Давай нахуй, блядь. Добро пожаловать. Россия! Россия! Ладно, давай, говорим. Я по-английски буду говорить. You speak English? Да. Да. Да, ебать, еще один узбек. Наебать меня хотел? Давай, блядь. Hello?
Hello. Or you can speak Russian. You can speak Russian? Я чуть-чуть говорю русский язык. О, заебись, давай поговорим тогда. Как зовут? Я Антонио. Антонио. Да. Поаплодируем Антонио. Бля, я сейчас чисто как полицейский. Откуда приехал? Что? Бля, он сейчас говорит, как мой батя, бля. Where are you from? Oh, я Испания. Испания. Поаплодируем Испания, Испания. Which city in Spain? Барселона? Я живу в Майорка. Майорка? Да. Хорошо. Что делаешь здесь? Я студент университета. Что за университет? Да. Все, пошли разговор по пизде, блядь. Он такой, по пизде. У нас в университете... Я не понимаю. Да я вижу, блядь. What university? Лети. Лети. О, Лети. Ты инженер или кто-то? Да, я инженер. Инженер. Сейчас я магистратура. Магистратура, да. Молодец. Как тебе Россия? Очень красивый. Очень красивый. Очень красивая. Очень красивая. Хорошо. Как, что думаешь о Путине? Путин? Путин. Путин. Я люблю Путин. Ну, еще бы, блядь. Путин. Я люблю. Окей. Tell us something about Spain. Tell us. Some story, maybe. Some story. I was in Spain during 22 years. Then my parents decided that they wanted to get rid of me, so they sent me to Russia. Кто знает английский вообще из вас? Вы сейчас ползала, выпала нахуй, правильно понимаю? Сейчас такие, что нам сказал, бля? Я слышал по пизде что-то там было. Окей. This is your friend? Да. Да. Ты-ды-ды. Ты-ды-ды. Порро, блядь, или как вы это? Где вы познакомились? В Тиндере? Ты сейчас такая, ебать, я проебалась, блядь. Хотя смотри, он тебе хотя бы булочку купил, блядь. Он такой, я нахуй платить пока не буду, блядь. Он еще потом, он взял себе пивас еще в конце. Давай счет разделим, блядь. Ладно, это европейские повадки. Окей. А что-то тебе надо в конце спросить. О, ask me something maybe. Some question for me. What's your name? Я не понимаю. My name Nidal. Абу Газаль Nidal. Муслим. Muslim? Nidal Muslim. Yes, yes. You look so white for you, yes? No. Ты такой, о, блядь. Ну, у них даже мусульмане белые. Что за страна, блядь? Okay, thank you that you come in. Давайте поаплодируем. Thank you. Так, ладно. Бля, какой хороший вечер, блядь. Какой хороший. Еще, может, кто-то есть здесь странный, блядь. Никого нет. Никто, если что, не обижайтесь. Пожалуйста. Очень, на самом деле, странный тип, потому что, ну, он странный. Может быть, он скажет, идите нахуй. Сейчас я объясню, что будет происходить. Так, как вечер вообще в целом? Все хорошо? Все хорошо? Короче, вот такое сообщение. Алло. Андрей Меч его зовут. Твой кореш, наверное. Так, алло, ты когда звонить начнешь-то? Я все жду и жду. А ты не звонишь и не звонишь. Позвони, бля. Очень странный телефонный сейчас будет разговор. Бля, я столько номеров вводил, бля, сними трубку. Я ему отвечу в комментариях, а ты не берешь, бля. Девятьсот 913, бля. Это где? Ах ты пидор, блядь. Ах ты пидорас, блядь. Так, ладно, сейчас смотрите. Андрей, давай ты, если что, выйдешь, я тебе позвоню, ты в соседнем зале со мной поговоришь. Алло, здравствуй, твой смех спалят, блядь. Спасибо, что подсказали, бля. А что я ему должен был, бля, в 3 часа дня звонить, бля? Чисто на работе. Алло, Андрей, бля.
Ну ты пидор, конечно. Ну мы это все вставим, да, ведь, Андрей? Вот видишь, мы тебе... А я тебе звонил. Сообщение после звукового сигнала. Сообщение можно ставить, ебаный в рот. Как это, блядь? Сейчас я ставлю сообщение. Здрасте. И вот я позвонил. А ты трубку не берешь, блядь. Ты, блядь, тут 100 человек, нахуй, хотели с тобой поговорить, блядь. Давайте мы поаплодируем. Ты, блядь, ты просто... Ты проебался, блядь. В следующий раз бери трубку. Напиши, если ты это все увидишь, в комментариях кто-нибудь, что ты увидел, и о чем твоя вообще история. Или я приеду за тобой. Ой, иди что-нибудь по-китайски скажи. Я хочу, чтобы он охуел, когда послушал. Давай. Tell something in Spain. Yeah. Да, блядь! Не, yeah, все, сбросилось. Он такой, ёбаный рот. Нахуй, блядь, это коллекторы. Muchas gracias por ver Abu Show. Es increíble esta experiencia. Me ha encantado. No he entendido nada, pero muy bien. Y bueno, ahora os dejo con mi compañero que hablará en japonés o chino o lo que sea. Compañero, Iván. 谢谢你们来到这边，所以你需要说。 Все, спасибо, что смотрели. Это было Абу Шоу. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.